Иди. Вот иди, она ест лучше, чем у девчонки. Пока тепло. Иди кушай, кушай, моя красавица. Я тебе еще дам. Костя выгребает. Ну, я вижу. Кушай, кушай. Кушай, кушай. Можешь идти меня пугать. Я тебя не боюсь. Лапы у тебя хорошо пролетают. Мед мы едим. Конечно. Она вся комками. Она, да, она вся. О, кстати, это у нее уже эти колтуны-то отходят. Она приехала туда. Что? Что? Кушай, кушай. Мед никто как не. Глаза гноятся. Да. Ну, антибиотики прожрет. Согреется на солнышке, на питерском-то. Я так подозреваю, что у нас будет лето такое же, как в прошлом году. Уши большие, красивые. Да красивая, детка, ничего, обравняется. Шерсть восстановить. Вот и все, моя хорошая, кушает медок. Попозже еще раз водичку, а потом еще раз кашку. Вот Юта близко, не спит. Видите, уши какие красивые. Сейчас прыгнет. Ну вот смотрите, она очень быстро, кстати, лапы через решетку швапкает. Я их повадки знаю. Даже американские. Мне хочется верить, что она стала немножко не такая тущая, как была. Да, но вон позвоночник все позвоночник равно. Позвоночник торчит. Не, она ест-то, я смотрю, нормально. Но... Не, ест-то она лучше, чем они. Сейчас, может быть, отъестся все-таки. Потому что изначально вообще никак ни в какую. У меня знаю. Даже уши лысые. Светятся на камере розу. У нее подшерсток нет. Вон ну, все, конечно. Все свалялось. Я просто думаю, что ей просто холодно. Я думаю, что... Ну, сейчас-то уже ничего, нормально. Сено у нее есть, слава богу, сколько хочешь. Вот она и спит сегодня. Она, да, она взрывается и спит. Это она сама закрыла. Можно открыть, конечно. Что? Что? Прыгать будем? Прыгать будем. Будем, скажем, но мед будем.